Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым, и мы сегодня с вами смотрим вечерний, ну, практически ночной Пятигорск. Поехали! Поднимаемся по лестнице, и перед нами открывается вид, прекрасный вид на Спасский кафедральный собор. Красотища. Вечерний Пятигорск я еще ни разу не снимал. Тут такую красоту навели, сделали площадь. Смотрите, как здорово. Вот собор Спасский, а вот гора Машук и телевышка, видите, мигает наверху. Прекрасная панорама. Друзья, вечером здесь еще интереснее, чем днем. Поэтому приезжайте в Пятигорск, вы не пожалеете. Здание ресторации. Смотрите, красота. Сейчас давайте перейдем. И окунемся в вечернюю жизнь Пятигорска. Друзья, какой-то день рождения. Кафе Печорин. Мы здесь с вами были. Посмотри, как красиво. Атмосфера вечернего Пятигорска. Так, зеленый свет загорелся. Кафе Печорин пока. Идемте с вами по вечернему Пятигорску на экскурсию. Вообще, первый раз вечером здесь гуляю. Обычно днем. Вот, 5 секунд. И старинная кофейня, кондитерская, провальное кафе. Смотрите. Что-то мне какой-то дежавю из Еревана все время проскальзывает. В общем-то, здесь красиво и хорошо. Как вам картинка, друзья? Правильный кафе, не провальный. Правильный кафе. Нам вот туда. Вся самая такая жизнь в центре происходит, все самое интересное там. Итак, мы с вами заходим в парк Цветник. Как видите, здесь жизнь кипит, не останавливается. И вот наш знакомый персонаж. Его дети облепили. Идемте на звук музыки. Кругом цветы, кругом деревья красивые. В общем-то, вечер обещает быть интересным. Курортный сезон в самом разгаре. Давайте не будем спешить, парк Цветник подождет немножко. Я хочу вот в свое знаковое место. Вот цветочки, смотрите, какие красивые. Красота просто. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам картинка. Я стараюсь, чтобы было все лучше и лучше. И вот сейчас ночь, и мы с вами в Пятигорске снимаем, мне кажется, очень достойно. И обязательно, если вы подписаны на мой канал в YouTube, подпишитесь на Рутюб. Кто знает, что будет дальше. Но чтобы нам найти друг друга, и вы смогли мои видео смотреть дальше, подписывайтесь на Рутюб. Ссылка в описании. Хорошая песня звучит сейчас. Но все хорошее. Мечта. Ага. И нет Кани. Красота, красота. Здесь целый автопарк прекрасных белых машин, тонированных. О, груши, сливы. Давайте возвращаемся в парк Цветник и немножко прогуляемся. Здесь очень много красивого, но я никогда не видел это вечером.
всегда днем. Был тут раза три, наверное. Видел только днем. Давайте отправимся сразу в грот Дианы, вот туда. Какая песня играет. Мой адрес — Советский Союз. Ничего, скоро все восстановится. В другом, конечно, виде, в другом формате. Сейчас события, которые происходят, мне кажется, все ведут именно к этому. Давайте идем. Вот вам какая. Не брусчатка. Не молоко, не брусчатка. Красота. Вечерний Пятигорск — это что-то очень красиво. Вот, кстати, туда подойдем попозже. Это пока вдоль тенистых аллей идем с вами. Знали бы вы, какой здесь запах, друзья. Ух, это что-то невероятное. Погружаемся в атмосферу, приближаемся к листикам. Комарики летают, мотыльки. И буквально пару шагов осталось до грота Дианы. Мы с вами даже ночью можем наблюдать красоты Пятигорска. Грот Дианы, давайте зайдем. Тут он никогда не пустует. Люди, ау, никого. Видите, какая красота. Давайте подойдем, посмотрим, что написано. Грот Дианы. Этот грот связан с памятью Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэт часто бывал в нем 8-20 июля 1841 года. Наверное, у него была здесь любовь какая-то, я так думаю, раз он так часто бывал в это время. Лермонтов вместе со своими друзьями устраивал здесь пикник. Вот, вот такие вот дела. Так что мы с вами по местам Лермонтова путешествуем. Подтаенными путями, окольными. Знаете, вот хорошо здесь. Вечер, много людей, но тихо. Нет этого шума какого-то дикого. Везде клумбы, везде цветы. И солнечные цветы, я уже заговариваю, солнечные часы. Видите, баран показывает нам, сколько времени сегодня. В данный час около 10 вечера. Народ веселится, гуляет. Вот с такой картинкой можно даже Кремль ночной снимать вообще. Красота. Здесь кафе. Кафе, ресторанчики, все тихо, аккуратно, красиво. Лимонады. Давайте пройдем вокруг, посмотрим на всю эту красоту. Людей очень много. Такое ощущение, что это мой фонарь подсвечивает галерею. Так, хор турецкого. Светлана Брежнева. Мы поймали. Красота. Здесь концерт. Сейчас музыканты будут играть. И люди сидят, ждут. Ждут выступления. Ну давайте пока, чтобы не мешать никому, подойдем поближе, посмотрим на ночную эстраду. Красота. Кругом цветы, кругом красота. Шикарный парк-цветник, деревья и шикарная погода. Друзья, действительно курортный сезон тут в полном разгаре. Конец августа. А я вам хочу предложить прогуляться дальше,
прогуляться дальше по центральной аллее. Идемте дальше. Вот такие полуарки, или как сказать, Пятигорск написано везде. Видите, Пятигорск, красота. Здесь вернисаж художников еще работает. Еще один красивый вид. Да, вечерний Пятигорск меня просто сразил. Мы с вами потихоньку отдаляемся от центральной питьевой галереи и идем дальше. Закрыта уже питьевая галерея центральная. Автобусные поездки на море, тамбуканские грязи, итальянские термы, экскурсии. И где-то я еще видел сегодня сакские грязи. Вот, тур в Дагестан, видите, тут прям весело. Интересно, в Грузию можно съездить, парапланы, чего только нет. Дальше мы с вами проходим театр оперетты. Смотрите, что здесь сегодня. Бал Маскарад. Дальше давайте посмотрим. Сильва. Мистер Икс. Спящая красавица в сентябре. Ханума. Графиня Марица. Моя прекрасная леди. Белоснежка и семь гномов. Левша или русский секрет. Скрипач на крыше. Квартирник. Баядера. Как вернуть мужа. В общем-то, вот репертуар театра. Оперетты, он перед вами, красавец. Поднимаемся выше, по проспекту. Красиво. Еще буквально несколько минут вверх, и мы будем у провала. Друзья, посмотрите, какая красота. Мы с проспекта поднялись вот с вами чуть выше. Людей мало, уже там поздний вечер. Я сел на лавочку отдыхать, вот тут никого рядом вообще нет. Лавочки, там случайные прохожие. Вот, и вот какая красота, цветник с часами. Интересно, часы даже работают, нифига себе. Просто супер. Сейчас мы поднимемся наверх, вон туда. Там будет эоловая арфа, там будет справа провал, ну, в общем... Вокруг все прекрасно и замечательно. Фу, пока поднимешься, можно запыхаться. Но здесь оно того стоит. Очень красиво, смотрите. Как бы гроты такие, подсветка. Все очень здорово. Нам еще на один уровень выше. Наверху здесь такое красивое кафе. Княжна Мэри. Мари. Класс. Но нам вот это наверх, на Эолову арфу. А тут вот открывается вид на Пятигорск, ночной вид. Давайте я вам сейчас покажу. Интересно, да? Раз. Красота. Друзья, на Эолову арфу наверх ведут лестницы. Я тоже в 2018 году помню, как их строили. Тут такие работы были масштабные. Все красиво камнем облагорожено. И вот тут вот девушка такая. Косу то ли заплетает, то расплетает. Напишите, кто знает. Очень интересно. Но это явно из какого-то произведения. Узнаете, нет? Вот какая спина, видите? И здесь такой люк. Эммануэлевский парк. Пятигорск. Вот мы поднялись наверх. Смотрите, какая панорама на Пятигорск. Шикарнейшая панорама. Красота. Просто где вы еще такое увидите ночью? И вот самое главное. Вечерняя Эолова арфа. Давайте зайдем. Музыки тут нет, зато есть красивый вид.
Вы когда-нибудь были здесь вечером, друзья? Просто невероятно. Шикарный вид. Шикарная панорама на замечательный город Пятигорск. Просто супер. Друзья, вот карта Пятигорска, красавец Пятигорск, карта ваших впечатлений. Много всего здесь, невероятное количество достопримечательностей. Все это вы можете изучить. Рекомендуемые маршруты, все самое интересное. Путь Лермонтова, спуск вершины Машука, парк Цветник, вот канатная дорога, просто красота. А я хочу вам показать, вот куда мы сегодня не пойдем, не попадем уже, потому что поздно. Но я там был, вы можете это в одном из моих видео увидеть. Вот это вершина Машука, телевышка. Она сейчас переливается огнями. Мы сейчас с вами отправимся в провал, вот туда, чтобы он не провалился. Так, друзья, смотрите, это ночные бесстыжие ванны. Людей почти нет, не будем мешать. А? Чего? Даскабр, пожалуйста. Не снимаем, нет. Вот, все работает, все действует, хоть есть объявление о том, что купаться не рекомендуется. Но мы с вами сюда ночью пришли все равно. Помните, мы накануне СВО здесь, я купался. Вот, кстати, в этой ванной. Сейчас главное не упасть сюда. Здесь вот все так, все по-прежнему. В общем, все. Жалко, я днем сюда не попал. Вот такие вот дела. Вышла луна в Пятигорском. И вот такой красивый вид. Просто супер. Шел я, шел и наконец-то дошел до провала. Людей мало. Почти полночь. Черные кочки гуляют. И вот такая здесь тишина и красота. Пятигорские сувениры. И вот он, друзья, провал. Еще мигает что-то. Читайте, читайте, читайте! Пятигорский строится тоннель к провалу! Сторожки, желающие... О, открыто здесь. Смотрите, у нас прям эксклюзив. Ночью мы тут не были с вами. Совсем одни. Вот вам и разница от Крыма. Хоть ночью приходи и смотри. Красота. Голуби там летают, смотрите. И мы тут с вами совершенно одни. Красота. Смотрите, пузыри. Обратно давайте пройдем без подсветки, чтобы вы ощутили всю красоту момента, друзья. Вплоть до 1917 года здесь будут играть сказочные мелодии на восточных музыкальных инструментах «Сазана Машу». Так называемый провал считался достопримечательностью пасть бесплатно.
Остап решил исправить такое досадное упущение. Ну что, друзья, вот такая у нас замечательная получилась экскурсия по ночному, вечернему ночному Пятигорску. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Мы закончили ее на провале. Фантастический город и днем, и ночью. Приезжайте в Кавказские минеральные воды в Пятигорск. До скорых встреч в новых видео. Подписывайтесь на канал Капитан Крым, особенно в Рутюбе. Всем пока!